Несанкционированные заезды мы продолжаем отслеживать с коллегами из Роспотребнадзора, МВД и МЧС. Еще раз обращаюсь к главам. Если только появляется какая-то информация, прошу нас оперативно информировать о несанкционированных заездах. Мы думали, что победили это явление, что у нас и предприниматели теперь остерегаются организовывать несанкционированный отдых детей, и родители более ответственные по отношению к своим детям. Но, к сожалению, вот в этом году один случай был выявлен. На территории садового товарищества председатель организовал несанкционированный мини-лагерь, куда привез чужих детей. Поэтому просьба обращать на это внимание, предупредить всех руководителей местного самоуправления, председателей сельсоветов, старост, на выявление вот таких случаев палаточных лагерей, гостевых домов, СНТ, где появляются группы детей. Мы, конечно, такого явления на территории области допустить не должны.